В университете имени Шакарима состоялось экспертное обсуждение результатов референдума. Общественники, ученые и преподаватели университета разъяснили молодежи важность принятого населением решения о строительстве АЭС. Референдум – проявление принципа слышащего государства. Так говорили эксперты в ходе обсуждения результатов референдума. По их мнению, мобилизация казахстанцев на поддержку энергетического проекта не является делом одного дня. Главное – уметь объединяться в рамках любой инициативы для страны. В университете Шакарима было проведено большое количество встреч и больших круглых столов в масштабах республики. На международном уровне была проведена разъяснительная агитационная работа с известными лицами и представителями акимата. Были предприняты меры в рамках лозунга «Мы вместе строим будущее». В ходе экспертного обсуждения спикеры всесторонне рассмотрели мнение общественности относительно строительства АЭС. Вопросы, которые больше всего беспокоили многих, это эффективность АЭС и подготовка квалифицированных кадров. Думаю, что было принято необходимое решение для будущего. Преподаватели университета, ученые, а также общественники принимают активное участие и высказывают свое мнение. Я считаю, что если и в дальнейшем будут проводиться такие большие встречи и дискуссии, то это станет хорошим основанием для участия населения в политических кампаниях. Студентам, участвовавшим в экспертном обсуждении, тоже есть что сказать. По итогам референдума в нашем университете проводится анализ. То есть это важно как для молодежи, так и для будущего страны. Поэтому совместно с общественными активистами и студентами университета Шакарима проводится экспертное обсуждение итогов референдума. Думаю, благодаря таким встречам студенты выразили свое мнение. Референдум еще раз сплотил большую часть казахстанцев, имеющих право голоса. Это говорит о том, что казахстанцы заинтересованы в своем будущем. Малика Мухтарова, Ахпатабек Ахмед, Анатолий Тернов, телеканал «Семей».